Здравствуйте, дорогие зрители и гости моего канала, меня зовут Юра, и мы продолжаем играть в Fighting Paradise. Там что-то вообще непонятное совершенно происходит, короче, какая-то еще женщина появилась, ну как, не то чтобы еще. Ну короче, у нашего дорогого Колина, две дамы в сердце. Вот так, давайте продолжать. Одна из них Фэй, другая София. Хочешь нарисовать самолет? Все равно его никто не увидит. Да. Так, что это здесь за записочка? Предупреждение о закрытии аэропорта. Что ж, все когда-нибудь заканчивается. Вот и сожаление, да? Аэропорт, которому обучался Колин, закрылся. Здесь вообще ничего уже нету. Так странно видеть эти полки пустыми, а? Как и все это место. Тебе всегда нравилась эта картина, да? Ну вот и этот пришел. Я поручил сберечь ее для тебя. Небольшая вещичка, которая будет напоминать об этом месте. Спасибо, босс. Ты хорошо на нас поработал, парень. Честно заслуживая уважения. Ох, я чуть не забыл. Твой любимый самолет побудет здесь еще день, пока мы его не увезем. Если захочешь подарить ему последний полет, все за счет семьи. Офигеть. Круто. Короче, он заберет картину и последний раз полетает на любимом самолете, да? Так, ну... Может, нам все-таки сюда? Да. Так, что будешь делать дальше? После закрытия аэропорта? Ну да. Ну, есть одна вакансия в гражданской авиации, на которую я попробовался. У меня прошло с ними собеседование, думаю, шансы неплохие. Мне еще предстоит долгий путь, но это поможет хотя бы наработать опыт полетов. Ух ты. Подумай только, ты уже так далеко зашел. Кажется, будто только вчера мы стояли на тех балконах. Кстати, спасибо за пинок, которым я так нуждался. Всегда пожалуйста. Эй, как успехи с той девушкой из оркестра? Софии? Ну, мы общались. И? Не знаю, возможно, скоро попробую пригласить ее на свидание. Но ты ведь знаешь, как у меня с такими делами. Хочешь помочь мне подготовиться? О, не уверена, что смогу помочь в делах сердечных. Но если хочешь совет, я бы предложила поработать над собой, стать более интересным, бла-бла-бла. Да-да, все, работаю над этим. Птичка, кстати. Знаешь, в последнее время мы так часто... Ой, не так часто разговариваем. Иногда, даже если я рядом, ты просто занимаешься своими делами. Я знаю. Прости, много в последнее время дел. Хороших дел, так ведь? Кажется, у тебя все налаживается. Я... Эй, так ты возьмешься за тот полет, который предложил босс? Барри сказал, что возле холма, на который мы взбирались, есть полоса травы. Неплохой денек, чтобы попробовать там приземлиться. Ага. Ты со мной? Угу. Получена заметка «Отдалились». Короче, там какой-то чувак проходил. И она такая, опача. Так, Колин и Фэй отдалились друг от друга. Так, ну вот опять цветочек. Господи, они что, раскидывают семена гибискуса везде, где бывают? Так, удивительно, как такое простое желание стать счастливым может быть таким запутанным.
Конечно, он не облегчил нам задачу своими двусмысленностями. Не идея. Получено перманентный маркер. Рисовал ему ус. Все, пошли за зарплатой. Дурак, ты не можешь просто взять и нарисовать ему такую улыбку. Губы красные, а не черные. Отлично, теперь он выглядит как влюбленный Джокер. Мы открыли почти все воспоминания, не так ли? Наверное, воронка должна быть совсем рядом. Хорошо, может быть, это поможет нам найти источник его желания. Как будто мы еще не знаем. Очевидно, что это она. Она неспроста постоянно появляется. Он явно не мог выкинуть из головы любовь детства и задумался вопросом, а что если... Он хочет быть с ней, но у него есть принципы, поэтому он знает, что это невозможно. Идеальное сочетание для печального мужчины, которому нужна наша помощь, чтобы докопаться до сути проблем. Ты предлагаешь ее удалить? Ну, если и так, то ты в этом эксперт. Но в любом случае, что-то нам изменить нужно. В конце концов, она то, что мы можем менять сильнее всего. Колин сам сказал, что мы должны постараться не менять то, что касается его семьи, так ведь? Помимо этих воспоминаний, Фэй единственная, кого мы постоянно встречаем. Думаю, ты прав. Можем начать с нее, а потом посмотрим. Но все равно тут что-то не складывается. Привет! Это что ли? Это я, Рокси, здесь. Ой. Как вы там? А, ну это та вот, которая должна была договор привести. Конечно же, замечательно. А ты, как так? Ты принесла документы? Да, я принесла документы. А еще Роба. Что? Терпеть его не могу. Я все слышу. Привет, Роб. Привет. Короче, ребятки, не хотите ли быстренько выйти и разобраться с бумагами? Мы тут немного в ударе. Может, попросим помочь их с бумагами? Ой, кстати, Нил, я спросить хотела. О машине, кажется, я видела. Выдвигаюсь, подготовьте формы для заполнения. Подожди, что? Ты знаешь правила, Ева. Колин, наш пациент, и кто-то из нас должен проверить документы. Ну да, но мы уже позволили другим помогать, и в главном офисе никогда не возражали. Может, Ева, мы должны были возражать, может, мы должны были возражать. И когда ты стал таким правильным? В общем, найди последнее звено, пока я отойду, договорились, скоро буду. И позови, когда мы будем готовы двигаться дальше, не хочу это пропустить. Эй! Так, как второй? Ну как второй? А я, честно говоря, собирался по актам писать серии. Офигеть. Тебе больше не нужно уходить. Так, дай уточню. Ты полностью разобрал оборудование, потому что отдел техобслуживания отстой. Слушай, так было проще всего. Доверие это дело компании, они бы его никогда не закончили. Прямо как эти документы. О, господи, я только что поняла, что ты говоришь и пишешь одновременно. Поразительно, надеюсь, ты не сделала за меня ошибку, извини. Знаешь, я иногда даже я не могу понять, говоришь ли ты с сарказмом, а это многое значит. На самом деле, ты немного напоминаешь мне кое-кого из воспоминаний нашего одного пациента. Она тоже эксцентричная и вечно во все лезет. Правда? Я бы с удовольствием с ней познакомилась. Не сомневаюсь. Жаль, что скоро нам придется с ней разобраться. В любом случае, все документы оформлены и подписаны. Спасибо, что принесла документы, Рокс. Пойду проверю состояние Колина. О, ты собираешься так просто смыться? Ты можешь обмануть Еву и Роба, но неужели ты думал, что сможешь провести коллегу техника? Я провела небольшой осмотр, и ты, кажется, не только извлек стабилизатор. Оборудование, которое ты используешь, даже не из Зигмунда, не так ли? Потому что зарегистрированное на тебя оборудование находится в главном офисе, в твоем кабинете.
Не знаю, что ты задумал, но собираюсь это выяснить. Короче, вот эту машину, которую они сейчас подключили, походу, это он сделал. Эй, Роб, как обстоят дела? Все хорошо, я разговаривал с врачом и... Что за убийственная атмосфера? Ой, Роб, опять ты сочиняешь? Нет, я вовсе не сочиняю. У вас тут все в порядке? Все идет как по маслу, Нил. А, Нил как раз собирался проверить состояние Колина. Да, я пойду проверю состояние Колина. Чё-то она, блин, мудрит. Твой халат просто сияет, Нил. Он что, из химчистки? Как можешь так легко менять тему разговора, не ловя офигенные моральные отходники? Ой, извини, так вот насчет твоей системы. Угу. Нет ничего лучше химчистки. Слушай, насчет моих слов. Не бери в голову. А как идут дела с пациентом? Просто великолепно. Мы уже практически восстановили всю хронологию событий. Потом мы просто отправим сигнал и бам, еще одна прекрасно выполненная работа. Кажется, у вас все под контролем. Еще бы. Слушай, думаю, я должен объясниться по поводу произошедшего. Когда я говорил, что не выношу тебя, клянусь, я думал, что ты не слушаешь. Ага, с дороги отойди. Так, книжица. Это мы видели. Целая жизнь полная воспоминаний, а на хорошее мы почти не натыкались. Получена заметка фотоальбома, вот и гибискус. Ладно, идем. Возможно, сначала стоит связаться с Евой. Нейросвязь с пациентом установлена, система онлайн. Так, посмотрите состояние соединения. Внешняя нейросвязь, одна профиля, доктор Ева Розалин. Установить связь. Эй, Ева, слышишь меня? Нил? Да, как ты там? Пытаюсь найти последнее звено памяти. До сих пор? Оставалось же только одно. Ну да, просто я не знаю, я уже все обыскала. Но сканирование показывает, что тут еще одно завалялось, и я его найду. А ты закончил работу с документами? Ну, я просто... Черт. Где мои таблетки? Нил? Надеюсь, я не забыл их в машине опять. Эй, ты меня слышишь? Извини, я еще не закончил с документами. О, сколько же нужно времени, чтобы заполнить и подписать пару бумаг? Я почти закончил. Вернусь, как только все будет готово. Хорошо, поторопись. Поход к машине обратно не должен занять много времени. Хорошо, гоу к машине, зато и меня наркоман наркотиками. Интересно, каково сейчас Женя Колин? В смысле? Ты за таблетками вообще-то собрался? Да, вот такая вот типа нелинейщина. Они должны были сначала меня отправить на жену Колина, а потом... Только это не жена Колина. Небольшой перекур, да? Скорее бумажная волокита. Как он? Колин пока в порядке, но вы там все переворачиваете вверх дном. Переворачиваем вверх дном? О чем ты говоришь? Это все активность его мозга. Она аномально высокая для усыпленного пациента. Постарайтесь не усугублять его состояние. Подожди, что? Но мы делаем все то же самое, что и с другими пациентами. Слушайте, я просто сообщаю, что вижу. В любом случае, просто имейте это в виду. Я продолжу следить за его состоянием. Ясно. Где, блин, гребаная жена Колина? Наверху, может, там. А вот и она.
Рано вы вышли. Просто надо было кое с чем разделаться. Скоро вернусь. Хорошо. Рассказать о воспоминаниях Колина? Давайте не будем. Эй, подождите. Доктор Уотс, верно? Я знаю, что вы там что-то увидели конфиденциально, но меня кое-что интересует. Вы выяснили, почему Колин положил сюда эту книгу, да еще и таким образом? Нет, вообще-то я вас хотел об этом спросить. Она у него уже давно, но он продолжал заменять мне страницы. А теперь она просто заполнена пустыми листами. Или вы узнаете о ней что-то, что предназначалось мне, пожалуйста, дайте мне знать. А, если. Это все, о чем я прошу. Я запомню. Короче, экран чуть больше растянут, чем надо. Короче, я решил не говорить ей, потому что нафиг ей знать. Она и так расстроена возможной смертью. А еще узнать, что он вообще сожалеет о том, что типа с другой женщиной прожил всю жизнь. Это вообще совершенно маразм, короче. Картошечка. Эй, мистер. Я знала, что вы еще придете. О, опять ты. Спасибо за то, что запнул куклу Эмбер в пруд. Я очень это ценю. А, без проблем. Это твоя мама? Все хорошо. Надеюсь, вы нанесли этой малявке моральную травму. Она уже много лет издевается над моей картошечкой. Наконец-то ее проучили. А теперь, когда у меня есть еще одна картошечка поменьше, я серьезно задумалась о будущем. Охереть, у нее две картошечки. А вы второго ребенка картошечкой назвали? Конечно нет, не говорите глупости, это просто псевдоним. На самом деле его зовут Клубень. О, кстати, на стойке регистрации мне сказали, что вы приехали навестить дедушку Колина. Ты знаешь Колина? Ага. Как-то раз он буквально полюбил ради меня Эмбер. Блин, полюбил. Я такой читаю, нихера себе, блин, побил. Ради меня, Эмбер. А я же правильно сказала вам? Нет, солнце, ты имела в виду фигурально. Ой, ну вот. А, ну и ладно. Короче, на прошлой неделе Колин дал мне оставшуюся банку лимонного сока, но я с тех пор так и не видела. А вы не могли бы ему вернуть? Постой-ка, лимонный сок? Зачем он? Чтобы писать шпионские сообщения, конечно. Это невидимые чернила. Я уже написала 2 секретных письма Клубню. А, прочитает, когда научится. Дедушка Колин сказал, что ему больше не нужен сок, так что я могу взять всю банку. А... Везет мне. Заметка «Лимонный сок». Ну прям как Ленин, блин, который там чем-то молоком писал. Ну как, можете вернуть банку Колину? Ну, не думаю, что она ему понадобится. Можешь оставить себе. Ого, спасибо, напишу себе письмо. Ладно, картошечка, пора домой. Ну вот, ладно. Телефончик зазвонил. Ева, ты из системы звонишь? Да, хоть эта функция все еще нормально работает. Эй, слушай, мне кажется, я кое-что понял про книжку Колина. Неважно, сейчас мне нужно, чтобы ты кое-что для меня проверил. Что? Пока! У тебя там все нормально? Ты нашла последнее звено памяти? Нет. Ты сейчас за компьютером? Рядом. Отлично. Можешь поискать по записям Фэй и проверить наличие авиакатастроф. Думаешь, она на самолете разбилась? Я просто хочу исключить кое-какую возможность. Я отправлю тебе ее извлеченный профиль. Там достаточно данных даже без фамилий. Сообщи, когда будут результаты. Ладно. Да куда... Чувак, надо за таблетками. Доктор Уинтер, привет! Привет, Рокс, ты еще за ноутбуком, да? Так точно. Я тебе только что профиль переслал, поможешь погнать поиск по записям? Конечно. Расскажешь мне, что замышляешь с установкой? Ладушки, а ладушки, договорились. Я перезвоню, когда закончу.
Рокси. Так. Чувака за столом нету. Ну и ладно. Сейчас ночь, я так понимаю, да? Опять звоночек. Ева, я все еще работаю над... Нил, ты меня слышишь? Да. Алло, ты там? Да, я на связи, в чем дело? Нил, если ты меня слышишь... Слушай, я не думаю, что она... Ева? Ты еще там? Странно, должно быть неполадки со связью. Починю, как только вернусь. Так, давай, go. Спугнул птичек. Мотоциклист какой-то. Ага, подожди минутку. Такой классный байк. Хотел бы я себе такой. Ева, что случилось? Нет, это Рокси, недотёпа. Ой. Как продвигается поиск записи? О, все просто чудесно. На самом деле нет. Все совсем не чудесно. Ну, Роб имеет в виду, что все зависит от восприятия. Что? Тут только два ответа, да и нет. Она погибла в катастрофе или нет? Ну... Самая важная часть. В ее истории нет авиакатастрофы, так что тебе не придется об этом беспокоиться. Блин, чего сразу-то не сказала? Простого нет было бы недостаточно. Ну, это еще не все. Дело в том, что тут нет не только авиакатастрофы, в ее истории вообще нет ничего. Фактически тут вообще нет записи о Фэй. В смысле, ее нет в публичном доступе? Записи вообще не существует нигде. Вот я подозревал, что Фэй вообще не существовало. Что она только в голове была. А мы проверили общие публичные записи, секретную сетевую базу данных даже. В общем, даже некоторые источники, к которым у нас формально нет доступа. Однако нет совершенно никаких упоминаний о ней. Ни о ее смерти, ни даже о рождении. Ой. Ой. Поэтому, если Колин не страдает крайним проявлением диссоциативной амнезии... не страдает, я проверял. Ага, так что... Ой, прости, вторая линия. Привет. Давай, грызи свои таблетки и гум. Так, третий. Даже если бы это был кто-то похожий на меня. Эй, вы куда намылились? Звонили из офиса. Еще один пациент на другом конце города. Да, пора бежать. Прости, Нил. Ночная смена, да? Надо бы вздремнуть. Эх. Да, мы тут все уже привычные. Кажется, у вас самих куча дел, которые нужно уладить, да? Да. Если то, что мы извлекли, значит то, о чем я думаю, тебя ожидает непростой вечер. Судя по нашему опыту, пациенты, способные на такое, оказываются особыми случаями. Я, к слову, прочел личное дело пациента. Нужен совет? Ну, вероятно, ты все равно мне его дашь, так что... Я не в курсе подробностей жизни Колина, но это напоминает мне о нашем прошлом задании. Постарайся запомнить, чтобы сделать кого-то счастливым, нужно не только найти ответы, но еще и сформулировать вопрос. В любом случае, удачи. Кстати, ты же не думаешь, что к тебе удастся так легко выкрутиться? Когда все закончится, тебе придется объясниться, не так ли? И это будет так весело. Увидимся, жду этого с нетерпением. Ой, погоди, до меня кое-что дошло. Хотя я еще не уверен, зачем, но я знаю, что ты
это ты убрал стабилизатор. И так как подсознание пациента подключено к системному процессору посредством нейронных связей, короче, надеюсь, у тебя есть запасной план на случай, если он обойдет эту однопоточную защиту. Человек такой, короче, что-то там не очень хорошо. Ну а что там случилось, наверное, узнаем уже в следующей серии. Спасибо, ребят, что смотрели. Надеюсь, понравилось. Надеюсь, что еще следующая серия не последняя, потому что история весьма интересная. Всем самого наилучшего. Пока-пока.